Эта фамилия звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители телеграм-канала «Эксперт Садыкова» и также YouTube-канала «Эксперт Садыкова». И это специальное экзаменационное видео по истории мат-культуры, костюма и быта. Мы студенты ГИТИСа, третий курс, мастерская народной артистки Российской Федерации Елены Юрьевны Шаниной. И сегодня у нас просто замечательный выпуск про моду, костюмы, моду, бренды. И с вами сегодня на связи, можно так сказать, Билгун Эрнебилек. Денис Зивахин. Сегодня мы вам расскажем про бренд Gucci. Gucci – итальянский бренд, специализирующийся на создании одежды, обуви и аксессуаров класса люкс. Также выпускает коллекции декоративной косметики и парфюмерии. Основан в 1921 году Gucci. Создание бренда, да? Gucci родился 26 марта 1891 года во Флоренции, Италия, в семье простого ремесленника. В начале 1900-х годов молодой человек покидал родную страну и на протяжении нескольких лет жил в Англии. В Лондоне Gucci устраивался на работу в отель «Савой», где исполняет обязанности носильщика, лифтера и официанта. Невероятное впечатление на юношу произвели чемоданы и сумки богатых постояльцев. В 1921 году Gucci возвращался в Италию, чтобы запустить собственное производство изделий из натуральной кожи. Через год во Флоренции открывается первый магазин Gucci, в котором продаются конская сбруя, одежда для жокеев, чемоданы и сумки. Все изделия сделаны из высококачественной кожи. Довольно быстро дом Gucci получил популярность среди наездников, которые все чаще выбирали экипировку бренда для участия в соревнованиях. Благодаря этому имя Gucci становится известно по всей Европе. По мере взросления, примерно с середины 1920-х годов, дети Gucci начинают принимать активное участие в работе компании. Главным помощником отца становится старший сын Альдо. Всего у Gucci было 6 детей. После смерти Gucci при разделе наследства разгорелся большой скандал, который перетек в многолетние судебные тяжбы. Дети Gucci не могли поделить оставшийся капитал и компанию. В результате длительных разбирательств ровно половина акций досталась старшему Альдо, который возглавил фирму. Несмотря на это, судебные тяжбы между родственниками продолжались еще в течение нескольких лет, а все издержки оплачивались за счет активов Альдо Gucci. В 1910-х годах появилась фирменная полосатая тесьма Gucci, прообразом которой выступила подруга Седла, а также знаменитая макасина и с металлическими элементами. 1960-1970 годы компания Gucci стремительно развивается и расширяется. Были запущены линии женской одежды, парфюмерии и изделий их меха. В этот же период открываются многочисленные бутики в Италии, Франции, Англии, Японии и Корее. Продукция Gucci стала пользоваться огромной популярностью у голливудских знаменитостей. Поклонниками бренда являлись Элизабет Тейлор, Ингрид Бергман, Грейс Келли, Питер Селлерс и многие другие. Одним из важнейших шагов стало приглашение Тома Форда на должность креативного директора. В 1994 году американский дизайнер встал во главе Gucci, и с этого момента начинается новый этап в истории Gucci. Первая же коллекция, созданная Томом Фордом для Gucci, произвела настоящий фурор. За нее в 1996 году Форд удостоился, внимание, звания «Лучший дизайнер года» по версии Совета модных дизайнеров Америки. Немалую роль в возрождении Gucci сыграл Доминико де Соле, занявший в 1995 году должность CEO-директора. Грамотная маркетинговая политика компании привела к быстрому росту продаж и освоению рынка товаров класса люкс.
Во второй половине 1990-х годов Gucci становится одним из самых популярных брендов, а в 1999 году попадает в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Самый быстрый взлет моды» и «Взлет дома моды». В феврале 2004 года на Миланской неделе моды состоялся показ последней коллекции Тома Форда, созданной для дома Gucci. После того, как стало известно об уходе Форда, вся одежда и аксессуары из коллекции были распроданы в течение нескольких дней. Представляете? А после ухода Тома Форда новым главным дизайнером Gucci была назначена его помощница и ученица Александра Факинетти, за плечами которой был 7-летний опыт работы на, ну так скажем, аналогичных позициях. Вот. Другая ученица Форда, Фрида Джанини, взяла под свое руководство создание коллекции аксессуаров. В 2006 году Александра Факинетти, выпустив всего две коллекции, покидает Gucci из-за серьезных разногласий с руководством компании. Вот так вот. Ее место занимает Фрида Джанини, после чего начинается еще один новый этап в истории дома Gucci. Джанини привлекла огромное количество клиентов, в том числе и знаменитостей, которые вновь стали преданными фанатами модного дома. В 2008 году Фрида Джанини создала концертные костюмы для мирового турне Лени Кравица. В 2009 году по решению владельцев штаб-квартира Gucci переезжает из Флоренции в Рим. В 2011 году Gucci разработали эксклюзивный дизайн для автомобиля. Выпуск специальной модели был приурочен к 90-летию модного дома и к 150-летию объединения Италии. Весной 2014 года было объявлено, что лицом новой рекламной кампании косметической линии Gucci станет наследница престола Монако Шарлотт Козираги. В этом же году Gucci запустили необычный проект – интерактивный музей модного дома. В виртуальных залах музея посетители могут ознакомиться с фотоархивом легендарного бренда, посмотреть видео, в которых рассказывается об истории культовых изделий, а также пройтись, так скажем, да, по музею благодаря 360-градусному панорамному виду. Сайт работает на 8 языках. В декабре 2014 года Gucci сообщили о том, что Фрида Джанини уйдет с поста главного дизайнера марки сразу после показа осенне-зимней коллекции. В феврале 2015 года. Однако, знаете, Джанини досрочно покинула компанию. Спустя всего несколько дней после ее преждевременного ухода было названо имя нового креативного директора. Им стал Алессандро Микеле. В 2015 году была выпущена лимитированная коллекция сумок, посвященная самым модным и динамичным городам мира, в число которых вошли Нью-Йорк, Лондон, Рим, Париж, Токио, Шанхай, Гонконг и Дубай. В конце 2015-го стало известно, что лицом мужских коллекций бренда выбран известный актер Джаред Лето. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами на связи. С вами был Белгун Эрнебелек. Вы ничего. Это специально экзаменационное видео для канала «Эксперт Садыкова» на YouTube, в Телеграм-канале. И вообще везде, в принципе. Модная пятница. Спасибо, что смотрели. Модная пятница. Эта фамилия звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятием. Я Гуччи, и этим все сказано. Твоя фамилия во всех учебниках истории. Паоло, ты же Гуччи. Одевайся подобающе. Это шик. Гуччи нужна свежая кровь. Пора избавиться от старья. Они моя семья. Как и я. Темпераментная у тебя дива. Не то слово. О, браво!